Привет. Привет. Проходи. Всем привет, это Саша Симпл, сегодня вы у меня в гостях. Так, большая квартира на самом деле. Здесь зал, совмещенный с кухней. Ни для кого не секрет, что любой киберспортсмен любит вкусно поесть. У тебя вот такая вот большая кухня, есть вот куча гаджетов, я смотрю, чайник какой-то с кнопочками и Wi-Fi, и тостер. Ты вообще сам готовишь на кухне или ты заказываешь еду все время? Я на самом деле очень редко готовлю, так как у нас тренировки, буткемпы, поездки. Иногда бывает, могу сварить себе яйца, когда есть время, но обычно я могу заказать вечером еду после тренировки. Ну то есть если завтрак, то это яйца, сосиски, чай, бутерброды, что еще может быть? Овсянку любишь? Ну как? Не любишь, наверное. Ну, наверное, не люблю, но хлопья с молоком. Хлопья с молоком, да, я, кстати, себе часто покупаю, но я их ем вечером. После пиццы? Не, я пиццу не ем. Ну покажи нам кухню. Ну здесь обычно люди готовят, но не я. Тут у меня находится тостер, чайник. Здесь у меня всякие разные хлопья. Я ем их утром, вечером. Здесь кружки прикольные. Вот это вот с Америки тоже привез вместе с этой. Этот твиттер мне выдали, твиттер гейминг. И вот же моя любимая кружка, которую никто никогда не берет, потому что она единственная. Это кружка моя. Так, здесь мне надо помыть посуду. Но ножики, тарелки, всякие приколы. Даже пахлава есть медовая. Здесь у меня находится холодильник, а здесь у нас прачечная. На самом деле это очень удобно, когда ты живешь один. А зачем тебе две стиральные машины? А первая это стиралка, а вторая это сушка. А, вот она. Она сушит быстро за час. Так, тут я вижу разные магнитики с разных стран. Нью-Йорк. Это что? Это Сан-Франциско. Да. Вот этот лучший. Лучший сын. Лучший сын. Лучший брат. Да. Ты есть брат? Да. Саша. Да. Лучший сын, лучший брат. Саша, Лас-Вегас. Я могу показать мой самый лучший, любимый этот значок. Покажи самый любимый магнитик. Лас-Вегас. Лас-Вегас, друзья. Потому что там было круто, друзья. Расскажи про Лас-Вегас. Все, что было в Лас-Вегасе, остается в Лас-Вегасе. Вот так вот. Так, здесь находится большой обеденный стол. Вообще, ты часто собираешься с семьей или с друзьями? С родителями собираемся там раз в неделю, чтобы увидеться. С друзьями бывает, проводим время после турниров. Когда хотим просто обсудить игры, повеселиться, поиграть в покер, там, какие-то настольные игры. Ну что, идем дальше в зал? Идем. Ну вот моя самая главная комната, в которой я провожу больше всего времени. Что здесь находится вообще? Ну, это диван. Здесь мы садимся, смотрим фильмы, играем на PlayStation. Вот диван для отдыха. После каких-то праков или после игр я могу лечь, послушать музыку, попереписываться. Очень прикольное место на самом деле. Очень удобный диван. Здесь мое игровое место. То есть это все мои девайсы, мой компьютер, два монитора, камеры для стрима, книги. Кстати, Андрюха, спасибо за книгу. Интересная, поучительная книга, я уже второй раз прочитал. Всякие сувенирчики с разных стран. Ребят, ну что, эксклюзивные кадры. Сейчас Саша Симпл покажет, как он настраивает Counter-Strike после того, как только включил компьютер и расскажет обо всех своих настройках, так как вы и просили. Здесь находится моя главная лаунж-зона, где я больше всего провожу времени со своими друзьями, где я могу посмотреть игру или посмотреть демку. Также я люблю слушать очень качественную музыку и смотреть самые новые клипы. Музыку я слушаю на своем Marshall, а клипы я смотрю на YouTube. Хочу вам показать один прикольный трек, который мне заходит. We pull up, new whip, skirt skirt, gang. New chick, new watch in my bag. I feel so fly in my bag.
Left side, swag. Right side, swag. Pull up, new whip, skirt, skirt, gang. New chick, new watch, in my bag. I feel so fly, in my bag. Left side, swag. Right side, swag. Hey, I think this girl on the molly. Either that or she a party girl. I think this girl off a molly. Look how you shaking your body, girl. Damn, I'm too drunk to be tripping. Girl, I'm on plenty, you look. Расскажи нам, пожалуйста, поподробнее о своих наградах, потому что вот это вот очень интересно, прям очень. Расскажи поподробнее про каждую. Как я вижу, это сувенир из Барселоны. Это у нас кто? Сверху у нас просто сувениры, я не знаю, что это, но это какой-то я солдат. Я знаю, что это. Это случайно не хищник? Это хищник. Да? Друзья, look at this. Это хищник. Очень, это, кстати, хищник. Прикольный. Так, это что такое? Да это, я не знаю, это в школе кто-то получил какую-то награду. Лучший бомбардир. Да, Форвард Кап. Школа номер 105. Лайтхаус. Саша был лучшим бомбардиром. Бомбардиром. Беспроста он любит футбол. Дальше. Короче, здесь у нас Гауди Барселона тоже. Классное очень место. Это трофей Воронеж Кап. Первый в 2014-м Скураж Гейминг выиграл. В каком году? В 2014-м. В Воронеже. Но это пин какой-то старый. Это скат, я не знаю, что они вообще здесь делают. А это моя медалька. Это выдавали за какой-то турнир. За какой? ESL Pro League Dallas. Ну, это всем их выдавали. Это кольцо, которое мы выиграли в Барселоне с командой Украины. Прикольные выдавали кольца. Вы видите это кольцо очень вообще? Очень красивые. А можно, можно? Да, конечно. Показать. Конечно. Телезрителям. Вы смотрите, это VESC, насколько я понимаю. World Electronic Sports Games. Выдавали вот такие печатки. Ну, это настоящий стиль. А как, в таких печатках играют вообще игроки? Нет, таких нет, но Alibaba нам выдал, сказал. Сказал носите. Пиарки AliExpress, да. Это маленький я. Это какой-то значок тоже сдался. Это с Кёльна медаль. Тоже такая же, как и с Далласа. Дальше у нас идет нож. На Астраладер, когда мы проиграли Астралисом в полуфинале, еще старым составом, мне фанат подарил. Он у меня просто лежит приятно. Он из дерева? Да, он из дерева. Здесь есть какие-то росписи от От Шулера. От Шулера. Я, насколько понимаю, это медальки MVP все. Да, это мои MVP за... А это за DreamHack, потому что новая медалька. Это топ-4 16-го, 17-го, топ-8. Это ужас просто. И три медальки... Вообще, вот эти вот три медальки, это медальки, которые выдают Valve игрокам, которые вышли в плей-офф. То есть у меня на самом деле все медальки, кроме Кракова. Ну и все остальные медальки я просто раздаю, потому что, ну, они мне не суть важны. Это у меня Most Valuable Player, это ESL New York, первый, с которой я выиграл с Na'Vi. Первый MVP. Какая медаль? Твой первый MVP. Вот это? Вообще, моя первая, самая первая медаль, это все-таки это, да. ESL One New York — это первая медаль MVP. Ashanti MVP ESL One New York 2016. Это первый раз в жизни ты тогда получил MVP? Да, это первый раз, когда мы с командой выиграли турнир. После этого я получил топ-4. И с того момента прошел год, я получил эту медальку, эту и топ-8. Это мастер Йода. Мастер Йода? На правильный идти путь будешь ты. Сила. На правильный идти путь будешь ты. Идемте, я покажу свою главную гардеробную. Это место, с которым я всегда выбираю все вещи каждый день. Здесь есть от формы ECS. Это Сан-Франциско, Golden State Warriors, HyperX Hoodie на подгон. И Лига. Это моя куртка. Очень прикольная, кстати. Я ее должен весной буду одеть. Ну и, конечно же, форма. Здесь у меня кепки старых команд, их было больше. Я их пока упаковал, так же, как и формы было больше. Ликвидов, Hellraiser, Flipside, с теми, кем я играл. Штаны, футболки, вот моя обувь. Мне очень нравится качественная, удобная обувь. Больше всего я ношу кеды и кроссовки. Вот это одни из моих самых любимых, также найтерских. Еще есть вот эти, которые я тоже хочу одеть уже. Уже приходит время к моим адидасам. Брендовую обувь я не часто одеваю. То есть я могу выйти, сходить на просмотр какого-то кинофильма, могу ходить с друзьями в ночные заведения также, да. Ну а обычно повседневно я одеваю какие-то Nike, адидасы.
Вот моя комната. Картины. Родители мне ее подарили. Очень красивый романтический город Венеция. Я уже был там однажды, хочу еще раз как-то побывать. Ну тут ничего особенного, шкаф. Также тут есть мои рубашки какие-то. Есть форма. Постель, тумбочки. Вот это тоже прикольное кресло. Иногда, когда приходит больше гостей, я его приношу в комнату. Оно очень удобное. Люблю, чтобы было потемнее, когда ложусь спать. Если я засыпаю рано утром в 5 или в 6, я всегда закрываю шторы, чтобы это не мешало моему сну. Такой электронный плот, это, наверное, самая бесполезная вообще моя покупка. Мне он вообще не нравится, наверное, поэтому я не завожу себе котят, потому что они слишком сильно мявкают. Ну и напоследок я вам хочу показать свою ванную. Это моя ванная, она, конечно, побольше, чем что-либо другое. Большое зеркало, душ, ванная, туалет, всякие эти мыльные приборы. Их слишком много, на самом деле. Халат мой, когда очень холодно, и ты хочешь согреться в нежных объятиях. Тоже так, ничего особенного, единственное, что у меня слишком много всяких приколов. Но еще очень мне нравятся духи. Вот эти вот все духи, которые где подарки, где еще что-либо, они все очень прикольные. Нравятся разные запахи, очень классных, с большой выдержкой духов. Ребятки, ну что, вам понравился выпуск? Я как раз вот сейчас снимаю инста-сторис для нашего официального инстаграма. Я надеюсь, вы получили все ответы на свои вопросы. Как живут киберспортсмены, посмотрели, как живет Саша, узнали о нем что-то новое и интересное. Как мне кажется, узнали настройки компьютера. Теперь нам пора. Нас ждет тренировка, парни меня уже ждут. Поэтому мы пойдем, и возможно вы увидите 5 минут каких-то нарезок с Прака против Натик. Они сейчас в хорошей форме, кстати. Нужно их будет проверить. Все, съемки закончены. Уже завтра свежий выпуск с квартиры Александра Симпла Костылева. Йоу! We pull up, new whip, skirt, skirt, gang. New chick, new watch in my bag. Сегодня я вам покажу, как я живу. Давай еще раз, нормально? Что? Так, большая квартира на самом деле. Здесь зал, совмещенный с кухней. Да, большая квартира. I feel so fly in my bag. Ты вообще сам часто готовишь? Да, очень часто. Вот сам готовишь вообще дома? У тебя такая большая кухня, два холодильника. Ты готовишь сам? У тебя такая большая кухня, такой большой холодильник? Или ты Ну, яйца жаришь сам? Ну, нет, если честно. Нет? Сосиски варишь? Я ем хлеб. Хлеб с водой. Вон, бутыль стоит. Скажи честно, ты сам готовишь вообще? Скажи, Саня, зачем тебе две стиральные машинки? Ну, что? Здесь висят формы. Ого. Вот моя комната. На самом деле ничего обычного. Ничего особенного.
Друзья, с вами был Алексей Костылев и Александр Симпулов. Мы находились у него дома. Я надеюсь, вы получили ответы на свои вопросы. Вам понравился этот выпуск? Если понравился, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, нажимайте колокольчик. Увидимся совсем скоро. Всем пока. Всем до встречи. Left side, swag. Right side, swag.